Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Очередной интересный вопрос от подписчика канала в рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Итак, Кан-Кан, это ник. Здравствуйте, Алексей. Вопрос такой. После того, как я езжу с включенным кондиционером, авто заводится с трудом. У меня RAV 4 2012 года. У нас в Казахстане сейчас 35-40 градусов, жара. Если не включать кондюр, заводится хорошо. Спасибо. Друзья мои, кондиционер несет очень большую нагрузку на генератор нашего автомобиля, ну и, соответственно, на аккумулятор. И если с генератором что-то не так, то это может приводить вот к таким вот последствиям, что потом вы запустить двигатель автомобиля просто не можете из-за того, что у вас разряжен аккумулятор. Очень частая проблема это было. И, кстати, еще один момент, что я рекомендовал бы проверить, это массу между двигателем и кузовом. Многие этому не уделяют внимания, и катастрофически идет недозаряд. Даже при рабочем генераторе аккумулятор не дозаряжается. А когда аккумулятор испытывает еще дополнительную нагрузку от кондиционера и недополучает заряда полноценного от вашего аккумулятора, это как раз может приводить к таким вещам. Значит, что мы должны сделать? Прежде всего, конечно же, мы проверяем массу, если необходимо, а ее можно сделать хоть 10 штук еще дополнительных, то есть толстый такой провод массы можно дополнительно кинуть где-нибудь, то есть соединить массу двигателя с массой непосредственно кузова автомобиля. Это всегда на пользу влияет. И, друзья мои, конечно же, лучше всего это проверить напряжение заряда нашего генератора. То есть, что там выдает генератор? Может быть, у вас генератор уже пора ремонтировать, может быть, он как-то там неправильно выдает. У меня такая штука была на Форде. У меня старый Ford Scorpio был когда-то очень давно. И тоже, если я на кондиционере поездил, то у меня потом автомобиль не запускался. И потом выяснилось, что проблема была в генераторе. Точно уже не помню, какая, но вроде как то ли сгорел диод в диодном мосту, то ли еще что-то. Ну, в общем-то, какая-то проблема была именно непосредственно в генераторе. После того, как я отдал в ремонт генератор, мне его отремонтировали, установили, все нормально стало, все в порядке, больше таких нюансов не наблюдалось. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на канал. И не забываем подписываться на мой канал в Дзене, именно на платформе Дзен. Ссылочка будет под этим видео в описании. Мой канал вне политики. Канал этот специально был создан на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы всегда оставались на связи. Будьте здоровы, всем пока!